забуду. Куда мы идем? Барбил. А я думала, вы не снимаете. А? Ты думала, я не снимаю? Тихо, тихо. Мы идем в Барбил. Я так бы хотела попасть. Ребят. У меня давно такой классной субботы не было. То ли дело, спокойно проснуться, поубирать, ой, позавтракать, конечно. Спокойно сходить в зал. Чего-то, конечно. Так их, так их. Ребят, люди вообще-то идут. Люди идут. Хорош беситься. Так, они идут лезть на танк. Ваня, ты на танк полезешь? Полезешь? Фу, уже такой воздух морозный. Мы сейчас будем пиццу прогуливать. Давайте, давайте, прогуляйте пиццу. Полазите хоть чуть-чуть. Что, чучундры? Она убивает. Настоящие чучундры. Вот представляете, вот такой вот бесешь. Сколько уже часов подряд? С часа. Это вы. А у нас-то тусовка с 12 началась. Я уже еле живая. Это меня еще удивляет, почему Ариша все время не расчесанно выглядит. Найдем себе парочку. Все, мы пришли в Барбил. Сейчас посмотрим, есть ли там свечи. Так. Сейчас будем смотреть. Замазка? Смотрите, давайте сегодня сделаем... Ну, давайте сейчас подумаем. Детский сад. Вот есть. Ой. Ой. Женя, мне классное чтение, 5-й класс. Ты нашла шапку? И много у вас баранов? Ариша первая. Да вот первая. Ариша, она баронесса. Так, надо Ване шапку выбрать. Ну что, Ваня, удобно? Мы, правда, шапку на шапку одели. Аришка, а тебе это нравится? Ну-ка, ой, покажись. Ой, она как раз 1 рубль стоит. Ну-ка, смотрите, покажись. Смотрите. Слушай, ну так она прикольная. Тут прикольная. Тут прикольная. 1 рубль стоит. Она да, рубль стоит. Точно, она 1 рубль стоит. Шлюпусы. Да. Ну. Крокодантиста нет, но есть шлепусы. Вы что, хотите шлепусы? Давайте еще посмотрим. Давайте еще посмотрим. Ну, да, играли же. Ну, пойдемте, да, ставь туда. Угу. Так что, совушку. Это не на мои сбережения, это мне антистресс. Арина. Арина, нет. Ну, потрогай-ка она, ты просто ее потрогай, какие у меня перышки. Классные перышки, классные. Так, пойдемте выберем какое-нибудь развлечение. Возьмем потом. Пирог в лицо? Ну, давайте. Ничего себе. 2 300. 2 300 пирог в лицо? Осторожно, не свалите все остальное. А надо... Не, возьми, какие тебе обложки нужны. Там корректор все равно брать. Возьмите обложки. Баллон со сбитыми сливками не входит. Ну, баллон мы купим. Все. Ой, это ой. Это наш Женя вот так вот. Ой. А у вас есть невидимка какая-нибудь? Или заколочка? Да, ты есть. Сегодня уже играть собралась, что ли? Да. Ага. А, давайте ага. Сегодня ага. Снимем. Ага. Давайте снимем сегодня. Да, Давайте сегодня снимем. А где мы взбитые сливки все возьмем? В Пятерочке. Все умоляем. Да они в любом магазине есть. В
все умоляем маму. Арина, не в любом магазине. Так, я на это сейчас, подождите, я это должна заснять. Арина, а ты почему не умоляешь? Я это пересматривать буду. Арина! Ну все, все, сдаюсь. Давай. Арина, я понимаю. Арина, выбирай, что ты хочешь, пирог в лицо или вот это? Пирог в лицо. Фигушка. Так, ну все, пойдемте возьмем замазку. Ариш, не балуйся, не наводи бардак. Пойдем возьмем эти, пойдемте. О, слушай, это твоя копия. С таким же розовым хвостом. А вот это моя копия. А это твоя копия. А это твоя копия? Так, все, копии на место, пойдемте. Это моя копия. Нет, это какой-то. Это моя копия. Это хаски. Это хаски. Да все, пошли. Почему и сладкие хаски? Ариша, хаски на место положи. Пойдете такой текстовый делитель? Или ты хотела именно вот как тот? Вот этот? Ну, давай. Так, все. Корректор взяли, пирог в лицо взяли, шапки взяли. Вань, подними. А, не наступай, не наступай. Это же то, что я думала. И сколько это стоит? 200. Мама, на Новый год. Хорошо, будете на Новый год. Дайте пройти, Вань, отойди в стороночку. Мама, тебе. Вы оба хотите? Две. Ага, сейчас. Две. Готово. Все готово. Кукольный театр. Арина, ты просто гений. Да ничего. Так что вам еще эту попрыгушку, значит, надо будет брать, да? На Новый год. Ладно, возьмем попрыгушку на Новый год. То есть на ней именно прыгать, вставать двумя ногами и прыгать. Арина, ну. Она... А? Понятно. Ясно. Ладно, подумаем. Ты согласилась на это? Пирог в лицо. Аккуратно, Жень, давай УГДК. Держи меня. Давайте УГДК, Жень. На траве хотя бы падать не страшно. А я пачкаться не хочу. А тут ты думаешь не пачкаться. Жень, давай, просто обогатись. Так. И что мы еще купили? Аришка, одень шапку, покажи. Держите меня! Они на ней прыгать не смогут. Жень, ну ладно, они будут пытаться, мы будем хохотать. Ну, симпатично. Они там еще в макияже тренировались, засранки. А что, похоже? Ну, не очень, прямо скажем. Тоналку не так наносит Арина. Это пудра. Она у нее камень. Это пудра. А я тоже здесь. Ты тоже здесь? А? Да, конечно, заходите. Я же ничего не говорю. Я просто пирог в лицо сегодня уже не выдержу. Да? Ну, хорошо. Ага. О! Подожди, Ваня, подожди! Молодец, круто! Пойдемте к ГДК! Нет, все, ГДК, ну давай! Мам, снимай, как я падаю! А как эта фигня называется? Дайте Жене тогда попробовать. Не, здесь хорошее место, давайте здесь попробуем. О! Женя, ты говорил, что ты не сможешь? А Женя, смотрите, она как сочетается-то круто. Вообще.
Сейчас давай. Пойдем. Я просто. Мастер по мастеру. Почему я тебя спрыгиваю? Подожди. Я хочу. Я все, Сегвей не нужен. Сегвей не нужен, да? Могу забирать. А можно я? Все, Сегвей не нужен, могу забирать. Так, все. Пойдемте. Анбоксинг. Анбоксинг. Это мы в каждом видео анбоксинг. Анбоксинг. Это заставка будет. Да. Там сколько там надо? Ты будешь прямо выпускать. Прям надо. Кнопочка. Ну все, мы нашли еще и сливки. Что-то, по-моему, мама сломала. Это мой. Он отпустит Женю. Эх, жалко. Честный автомат. Жалко. Он, да, он прям видно, что отпустил. Так, Женя вошла в азарт.